Шеф-повар Максим Григорьев. Бастурма вяленая из говядины. Что такое бастурма, мы разобрались в рецепте бастурма из свинины. Сегодня я предлагаю рецепт бастурмы вяленой из говядины. Нужно учесть, что для ее приготовления мясо не должно быть слишком тонким, в противном случае получится не бастурма, а что-то напоминающее подошву. Время приготовления – 8 часов. Ингредиенты. Говядина вырезка 900 грамм. Перец чили сухой 1 чайная ложка. Смесь хмели сунели 1 чайная ложка. Соль 2 ст. Тмин сухой 2 чайные ложки. Чеснок 1 головка. Шаг 1. Для приготовления бастурмы взять говяжью вырезку, тонкий или толстый край, поскольку вырезки, как у свинины, в говяжьей туше нет, как мне объяснили при покупке, соль, чеснок, пряности. Шаг 2. Мясо промыть, обрезать тонкий кончик, он просто станет деревянным. Шаг 3. Засыпать мясо солью толстым слоем, оставить при комнатной температуре на 10-15 минут. Шаг 4. Затем лишнюю соль счистить. Шаг 5. А на мясо водрузить гнет. Поставить на 1 сутки в холодильник. Шаг 6. Затем гнет снять. Шаг 7. Мясо осушить. Шаг 8. Завернуть в марлю. Шаг 9. Обвязать шпагатом и вывесить на сквозняк вялиться на 4-5 суток. Шаг 10. По истечении срока, приготовить обмазку, взять чеснок и пряности. Шаг 11. Все уложить в чашу блендера, добавить воды и измельчить в кашицу. Шаг 12. Мясо уложить на фольгу. Шаг 13. И обмазать этой кашицей плотно и густо. Шаг 14. Завернуть мясо в фольгу и оставить при комнатной температуре на 4 суток. Шаг 15. После этого я еще мясо подвялила в марле дня 2-3 на балконе. Оно стало вот таким тверденьким. Шаг 16. Очень хорошо режется на тонкие ломтики. Все, можно подавать закуску, брать с собой на пикник или на дачу. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.